Джек, охранная система сработала. Они знают, что ты... Да ты что? Господи. Кабинет доктора Эмерал. Похоже, он этажом выше. Не нравится мне это. Все чаще и чаще. Это еще что? Это был какой-то шпионский беспилотник. Находиться под колпаком у монарха мне хотелось меньше всего. Эти хрилы. Этот прибор лишил меня сил. Мы его называем хроногаситель. Кабинет доктора Эмерал уже рядом. Тревогу не бьют. Значит, о том, что я натворил по пути сюда, никто не знает. Молодчина, Бэт. Кабинет доктора Эмерал. Похоже, это то, что нужно Бет. А, черт! Доктор Эмерал на приеме. Зависание скоро закончится. Надо выбираться и идти на прием. Эмерал пыталась предупредить Пола. Конец времени быстро приближался. Оставалось меньше суток. Мистер Сайрин думал, что в запасе еще несколько лет. Признаю, он заблуждался. Он, между прочим, очень дорогой был. Да что вы. Я знал, что Бет скоро раскроют. Надо было встретиться с ней на приеме, пока не стало слишком поздно. Координаты Джойса как можно скорее. Директор движется на перехват. Это... 5.
Он только что вошел в туннель за пределами территории. Ха. Опять? Я видел особняк, в котором шел прием. Нужно было туда проникнуть. Там был еще один хроногаситель. Я видел поле вокруг него. Нужно было его отключить, иначе он бы лишил меня сил. Внутри этой сферы мои способности не работают. Надо быть начеку. Сколько тут охраны. Надо бы отключить гасители. Когда Джойса поймают. Вижу Джойса! Ты его не встречал! Итак, вы шли на прием. Каков был план? Найти Эмерл надо было до того, как зависание закончится, и монарховцы сообразят, где я. Надо как-то миновать ворота. Должно быть где-то здесь. Нужно найти ее, пока зависание не кончилось. Речь мистера Сайрина имела успех. Мир летел ко всем чертям, но многоуважаемые гости наслаждались банкетом. Тихо, Бет! Джейк! Все нормально. Это я. Боже. Ты только погляди. Надеюсь, тебе пойдет. Никто здесь понятия не имеет, какой шорох я навел в хозяйстве Пола. Да, но в монархии знают. Боюсь, меня скоро раскроют.
Да, что ж, на следующем этапе это уже не важно.